Засели конкретно. Да. Попали, конечно. О, вот это была она. Давай. Не, надо лед ломать тут. Вперед. Да, давай вперед. Давай выезжай, Назар. Не-не-не. Наоборот. Во! Давай. Руля, выкрутися. Во, во. Там не застрял он в это. Во, попали. Во, попали. Да, застряли нафиг. Провалились тут. На льду. Вот это рыбалка. С приключениями. Не замерзает даже. Дай вытащу. А? Вот и все. Ну теперь надо толкнуть его, чтобы с места сделать. Да, с места. Да. О! Упал сам, бля. Он от радости. Да, ну все, выскочили как-то. Сейчас. Ты сейчас один езжай. Один? Да. Да, и первая, и вторая в отсечку и полетели. Хату не набрали. Сверху. Лось проходил. Да, лосина. Вот, вот. Да, вот, вот. Да, да, да. Во, проскочил. Давай. На, витамин. Они Чернобыль убирают. Все. Пролетел. Всем привет. Вот, доехали кое-как на озеро. Застряли было. Вырвали. Сегодня с компанией. Ни хвоста, ни чешуи. Серега, дядя Саша, Николаевич. Привет, привет. Подержись. Вот. Приехали на озеро Лебяжье. Выставим жерлицы. Где? На луне? Сейчас. Ставим. Серёнька. Выставляемся. Ну все. Первый пошел. Глубина небольшая.
смотрю, глыба. Не. Опять же близ пока выставил, тишина. Ставим дальше. Вот. Новая жердичка. Оп. Пока что тишина, друзья. Неклёвный день, что ли? Будем ждать. Может, трофейная щучка хоть попадется. Попьем чайку. Перекусить надо немножко. Были 4 сработки, холостые. Видимо, окунь бьет. И все. Гад. Вот сработка опять там. 3 штук подряд вытащил. Не успеваю. Жерлицы раскидал. Теперь приходится бегать. Как 2 футбольных поля тут. Ну, кто-то есть сюда. Есть кто-то. Четвертая штука подряд. Три флага горят. Охренеть можно. Не успеваю. Далеко собрался куда-то. Вес хороший. Опа, на себе. Иди сюда. Идем. Сейчас мы тебя помучаем. Какой-то сильный. Иди сюда. Опа, на. О, малорик. Молоток. Сильная щука. Сильно заглотил. Оп, забагрил. О, окуней тоже интересно ловить. Был удар.
хорошее было. Ничего себе. Офигеть. Хулиган попался. Поплыл куда-то. Жерлица сработала. Посмотрим, кто там. Или окуня. Попьем чайку. Опа. И сработочка там. Пойдем посмотрим. Клёв у нас сегодня так, более-менее, до обеда ничего не поймал, после обеда, по-моему, 6 штук, и окуней, сколько-то. Размотало полностью. Опоздал. Ну что, пока вот так. Время у нас. Ну, сейчас посмотрим. 5:50. Через час будем собираться. До обеда, конечно, ничего не поймал. Не там выставился. Пока вот переставлялся тут, наловил вот. Трофейных пока нет. Может, вечерний клев будет. Попадется что-нибудь. Ждем. Выманил. Какой жадный. Вот он. Красавчик. Там жерлица сработала. Пойдем смотреть.
вечерний клев может будет. Ух ты, какой у нас, а? Хулиганье. Это маленький красавчик. Озерная щучка. Таких я отпускаю. Какой у нас, а? Хулиганье. Вот это маленький красавчик. Озерная щучка. Таких я отпускаю. Я их вижу, как они атакуют даже. Опа! Вот он. Хулиганье. Есть еще. Вот он. Вот, день пролетел махом. Такой улов у меня сегодня. После обеда, можно сказать. Дядя Саня вроде там трех щук взял, окуней наловил он нормально. И Сереги там сколько? 7 щук тоже взяли. Нормально. Пойдет. Не зря приехали. Ставим лайк, кому понравилось. Пока. Подожди, подожди! Подожди! Лед надо убрать! Пипец.